Летняя пора – время максимальных активностей вне дома. Походы в горы, визиты в другие города и даже страны. Илон Маск, он вообще на Марс собирается. Он, правда, единственный, кому не понадобится недорогой, но качественно сбитый рюкзак. А именно такие в количестве 5 штук сегодня у нас на обзоре. Начнем с Mark Radin Max MR7080. Эта модель емкостью 24 литра выполнена из винила, что дает ей ощутимый бонус к долговечности, да и внешне она превосходно выглядит. Лямки со внутренней стороны выполнены на пористой тканевой основе, за счет чего не будут парить кожу в местах контакта. У рюкзака довольно широкие лямки, внутри которых спрятаны карманы с мягким прошивом, а также 3 основных отделения с местами под все, что в общем-то может пригодиться. Имеется отделение под ноутбук вплоть до 17 дюймов, под планшет, дополнительное отделение сверху под косметику, а также боковое сеточное отделение под бутылку воды и отделение с термоотделкой для хранения напитков, причем высокое и способное вместить даже бутылку вина. Имеются и мелочи вроде крепления под ручку чемодана, а также еще одно отделение, но уже снизу сзади. Лямки для наушников и выхода USB сбоку для подключения кабеля зарядного устройства к смартфону. Вход находится в главном отделении, там, где располагается планшет и ноутбук. Также в подарок рюкзаку идет 2 крепящихся на липучке пенала. Следующая модель Mark Radin Panzer MR6768 Contrast. Это рюкзак емкостью 20 литров с прочным внутренним каркасом и механическим кодовым замком, за счет чего переживать о технике, находящейся внутри, не стоит. А техники в него поместится ой как много. Отделений у данного рюкзака всего 1 штука, зато имеется место и для ноутбука с диагональю экрана 15,6 дюйма, и планшета, и смартфона, и для камеры, и для клавиатуры, и для 4 ручек, под которые, как и в модели Max, выделены специальные затяжки. Еще куча свободного места останется, а учитывая крепкий каркасный корпус, переносить можно даже хрупкие вещи, вроде дорогих наушников. Конструктивные особенности модели Panzer позволяют раскрывать его на 180 градусов и получать максимально быстрый доступ ко всему, что есть внутри. Имеются также приятные мелочи, вроде нескольких потайных карманов, внешних карманов по бокам, крепления под чемодан сзади, отверстия под наушники, разъема USB для зарядки и карманов на лямках. Рюкзак при этом достаточно компактный и носить его приятно за счет тканевой основы в местах контакта с телом. Теперь рюкзаки Bagland. Первым идет модель Bagland Advantage. Каркасная модель черного цвета емкостью 23 литра отличается интересной особенностью, которая заметна сразу. Ручка для переноски у нее вмонтирована прямо в лямки, а не торчит сверху. В целом рюкзак легкий, компактный и удобный за счет пористой тканевой основы со спины. Отделение тут всего одно, зато отдельно помещающее в себя и ноутбук 15,6 дюйма, и планшет, и оставляющее еще много места под остальные вещи. Интересно, что есть отделение под бутылку, которая отсоединяется. Внизу, внутри рюкзака, располагается выход на 3,5 мм для наушников, причем вход расположен на одной из лямок. Отделка внутреннего пространства сочная, яркая, оранжевая и довольно мягкая, за счет чего даже совсем неприметные вещички всегда будут видны и никогда не будут поцарапаны. Ну и мелочь. Застежка основного отделения прикрыта плотной резиновой муфтой, за счет чего можете не бояться попадания влаги сквозь молнию. Bagland Tivo представляет собой классический трехсекционный рюкзак с мягкой оранжевой отделкой. Его главная визуальная особенность – скошенная молния на передней секции и ромбированная форма задней части из пористого тряпичного материала. Первые 2 секции выполнены из гладкой ярко-оранжевой ткани, издобренной сеточными карманами. Первая секция, помимо этого, имеет 2 дополнительных кармана и еще один на молнии. Третье отделение большое и раскрывается асимметрично. Внутри него имеется большой карман с очень мягкой отделкой. Там же расположен кабель 3,5 мм, выход которого расположен внутри одной из
слямок. Помимо основных, имеется также небольшое отделение спереди со скошенной молнией, скрытой резиновой прокладкой. Есть пара боковых отделений под воду и карман в лямке, где и скрывается кабель 3,5 мм. Backland Stark – модель классического форм-фактора емкостью 22 литра. У нее две небольшие передние секции, раскрывающиеся вниз, с несколькими внутренними карманами. Основная секция выполнена из гладкой ткани, оснащена несколькими карманами, включая один на резинке для ноутбука с диагональю экрана 15,6 дюйма. Имеется также несколько боковых секций и секция снизу сзади. В целом это легкая, компактная и удобная модель. Вне зависимости от вашего запроса, конкретных нужд и финансовых возможностей, данные рюкзаки станут вам надежным партнером на долгое время.